Подмигивать можно, намекать, подмигивать. Добрый вечер, господа, служба авиационной безопасности. Могу я поинтересоваться, с какой целью вы снимаете интерьер воздушного судна? Мы людей снимаем. Снимаем? А у вас есть... Мы сейчас летим где-то недалеко от Мумбаи. Около 3 часов осталось до Бангкока. Многие из нас спят, некоторые остались. Прилетим в Бангкок, будем не выспавшимися, будем искать трансфер, чтобы за 2 часа добраться до Паттайи, а там уже приступать к тренировке. Знаешь, на что похоже? Думан, пару слов. Искусство войны. 2 слова. Жень, пару слов. Все понятно. Ты где? В салоне тайского массажа. Сейчас будем делать массаж. Я буду делать массаж. Кто-то будет делать масляный массаж. Кто-то тайский. Миша, пару слов на камеру. По поводу массажа. Отзовись каким-то. Кстати, Миша делает масляный массаж. Помоги! Олег, что-то там пили. Выбрались в Серебряный Бор все вместе. Хорошо вот. Пробок нет в Москве, нормально. Да, на пляже нет там никого. Ну что, будний день, все в Москве работают, наверное. Поэтому не смогли приехать. Одни приезжие. J'étais canel, j'écris mes textes au gardaf. Donne-moi un chromie et je te fais un concert au Carplat. Premier round, placage full egg. Patate, coup de tête, fatale, coup de maître. Tu kiffes mes rimes, boy, mais ne pompe pas. Ou je te fais danser la pompa sur du hangback. J'rappe dans la rue, y'aura pas de backstage. Moi, je te fais des backsteps en basket. T'es un poids, Mimi Marty, j'suis un poids lourd. Tu veux un featuring, tu ne tiendras pas 3 rounds. J'vis ma vie entre Loki et Loki. Parce que la carrière de rap. Вчера прошла первая тренировка, первый комбат. Первый раз уже стояли на падах. Это, конечно, супер. Вечером ходили на массаж. Понравился? Получил массаж.
сюда мы где-нибудь это со шлифами зайдем, когда как это токийский дрифт, тайский дрифт. Перенапряжена, Оля. Не переживай, главное сланцы держи. Дыши, дыши, дыши. Не ходить тут. Ребят, давайте подбодрим. Разил. Он разучился говорить. Ребят, давайте подбодрим. Бангкокский лев, блядь. Покажи нам силу. Фильм «Опасный Бангкок». Ой, ты сюда снимай. Хай-кик, Андрюх. Давай. О, подержи. Это муравьи, ёпта, блядь. Мне на башку не урони. Ну, давай. Давай, там мужик с ружьем идет уже, блядь. Слазим, муравьи. Валим, блядь. Тебя уже опасно. Тебя уже можно посадить. Это реально какая-то скрепка. А, Антон? Да вас камера снимает. Да ладно! Что-то затормозит, ты ёбнешься. Куда едем-то? Мы едем на остров, мы едем купаться, едем попозже, чтобы опять не сгореть. Какой остров? Нет, ты как Тургенев рассказал, мы едем на остров. Как остров называется? Калан. Чё там клёво? Калян, остров Калян. Калян, остров клёвый. My life be like. Sometimes I fall, I slip, yeah. I walk through the side.
reflecting all the things I tried my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Finding comfort in the zones of clouds and bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning in monsoon and grinning this high octane. Explosive how I came, rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat surround a castle. Stay afloat, catch a second wind, thin is the air I breathe. Teary eye, nose running, wipe the snout on my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in light speed. Прилично было сказано. Никакой нецензурной лексики. Мы люди приличные, у нас приличная организация. Мия! Крикни Киржай! Киржай! Это четко.